просто вытекло. Видишь, как оно вытекло? И тут тоже. Когда варилось, вытекло яичко, да? Да. А там внутри ничего не осталось. Дядя. Сейчас будет выходить дядя. Дядя у нас линолеум. А вон они. Линолеум забрали. Старый линолеум, большая зал, большая комната. И понесли его. Понесли, сложили огромный, он длинный, сложили его вдвое. Забрали. Ну, машина-то вон тоже какая большая, большим этим. Солнце пошел. Ноги промочит. Да. Сейчас масса ведет. Да, мастер наш потащил его туда. Упакует его сейчас. Вышел почти голышом. Без куртку одеть отказался. Вот надо людям говорить по 20 раз, чтобы он одел куртку. Чтобы он услышал в конце концов. Еще и в сланцах, представляете, пошел. А там какие вон лужи. Снег мокрый. А люди пошится там вон как долго. А у нас на улице туман, представляете? У меня, кстати, есть один влог. Прям я была на улице, там был такой классный туман. В тумане очень красиво свет фонарей смотрится. Очень прям вообще великолепный просто. Интересно еще солнышко увидеть в тумане. Я сначала не поняла, думала, что снег так идет. Но нет, оказывается, туман. Представляете? Класс. Вы представляете, кто живет на 25 этаже? Вот так вот вообще города не видно. Представляете, какая красота. Кто живет на 25 этаже, напишите в комментариях, что у вас вообще видно. Ну, на 20 или на 10. Нет, на 10. 10 это видно, а вот 15, наверное. Или вот те, у кого весь город прям как на ладони. Вот виден у кого-то? Не как у нас, вот тут много домов. Я знаю, только вот там вот, там где сейчас. Вот не видно. Вот там вот есть высотка здания, и когда туман, его не видно. Я таким образом определяю, что на улице туман. И вот тут тоже. Класс. Как жалко, что не могу выйти на улицу. У меня ребенок спит. У нас уже вечер. Час ночи уже, оказывается. Я бы сейчас, честно говоря, я бы вышла сейчас посмотреть, прогуляться по улице, по туману. Блин, это так классно. Туман, знаете, это что-то вообще, это что-то такое невероятное. Это, знаете, это, наверное, как радуга. Ну, всегда радуешься. А, радуга, радуга, помню, детьми мы были, да? И туман это тоже, ну, оно редко, наверное, бывает, поэтому напишите вы в комментариях, радуетесь вы туману или нет. Какое вообще впечатление он на вас производит? Или, может, вообще не замечаете? Вот знаете, сколько раз я уже снимала кофейную гущу, что у меня там получалось? То сердечко, то горы, то, не знаю, что, ну, вот такое. Первый раз. Не знаю, лично я здесь увидела голову лошади. Не знаю, конечно, что это может означать. Но сегодня явно у меня день, наверное, будет в каких-нибудь бегах, как вчера. Судя по всему, вдобавок у нас продолжается ремонт. Ну, не знаю, напишите в комментариях, что видите вы здесь. Даже вот там вот тут ушко я вижу. Прям это. Ну, если чуть-чуть вот так. Она была пошире, подлиннее немножко. Всем привет! С вами канал Артмания. У нас дождь. Представляете? Сегодня, по-моему, 5 или 6 февраля. У нас дождь, лужи, мокро кругом и гололед. Представляете, дождь, лужи, тепло и гололед. В горы подниматься вообще невозможно.
просто соскальзываешь. Снег весь мягкий. Можно. А, ну вон баба, кстати, налепленная. О, какая красивая баба. Сегодня у нас пятница. День. Я Диму отвела к маме. Приехала бабуля, забыла ключи. Пришлось везти по такому гололеду. Ну, в принципе, мы дошли, кстати, довольно хорошо. Так вот там уже ближе к маме. Тропинка была, она была очень сильно скользкая. Мужчина прям шел, подскальзывался. Но мы прошли. Мы прошли хорошо. Сейчас я пойду, наверное, в перекресток. Хочу пойти. Вот, мы не успели пообедать. Я тоже не успела поесть. У меня дома есть супчик, который мы с вами делали на днях. И я хочу мясо. Ну, блин. Я готовое мясо сейчас куплю что-нибудь. Точно. Вот, хорошая идея. Это мне готовить что-то лень. Когда Дима уходит, я вообще не готовлю ничего. Но все покупаю, покупную еду. Вот, точно. Я сейчас куплю готовую еду и пойду домой обедать. Пообедаю, а то есть хочу. Там у нас мастер как раз работает. Ну, он самостоятельный. У нас умничка. Покушаю, а потом... Не знаю, чем заняться-то. Рисовать хочу, честно. У нас все в коробках и до сих пор лежит. Мастер сказал, еще неделя, короче. К следующим только выходным будет готова моя комната. Только в следующем выходном. Мы надеялись, что в эти выходные будет, но нет. Ладно, пойдемте в перекресток. Вон, видите? Вижу. Боже.